Дорожные происшествия — наиболее частая причина гибели от несчастного случая в мире. Только в 2007 году в США было зарегистрировано 40 тысяч смертей в ДТП. Конечно, вы заметно повысите шансы на спасение, если сразу же вызовете медпомощь. Но после столкновения вы попросту можете быть не в состоянии набрать номер службы спасения. В этом случае вас спасет автомобиль, который сделает это за вас. Как это возможно? Представьте, что столкнулись с другим автомобилем на высокой скорости. Если это произошло в центре города, то помощь прибудет в считанные минуты. Но если вы оказались вдали от цивилизации, на пустой проселочной дороге? Даже если у вас есть при себе мобильный телефон, он может повредиться при ударе или быть вне зоны доступа. А ДТП никто не узнает. К счастью, этот четырехдверный седан отличается от других седанов. При сборке этой модели в General Motors в Детройте в нее были установлены датчики столкновения. Эти крошечные устройства — акселерометры. Их назначение объясняет старший инженер Дэн МакГарри. Датчики располагаются на капоте и по бокам автомобиля. Они измеряют изменения в скорости. Если изменение резкое, они регистрируют его как удар. Датчики постоянно фиксируют ускорение, когда автомобиль движется вперед. Но когда он резко замедляется, датчики сигналят о столкновении. Теперь автомобиль знает, что вы попали в беду. К сожалению, систему оказания первой помощи еще не придумали. Зато уже существует система, способная вызвать для вас скорую помощь. К шасси этого автомобиля приделана металлическая коробка, произведенная в компании OnStar. Внутри находится компьютер. Это модуль производства OnStar, в котором помещены все необходимые устройства. Когда акселерометр фиксирует удар, информация поступает в бортовой компьютер. Тот, в свою очередь, имеет встроенный мобильный модем, который посылает вызов в один из трех сервисных центров OnStar в Северной Америке. Уже через несколько секунд после удара вы услышите голос. Служба спасения OnStar. Валери слушает. Впереди выскочил автомобиль и ударил мою машину в лоб. В машине есть пострадавшие? Ваш новый друг Валери задаст вам ряд личных вопросов о вашем здоровье и состоянии, дабы оценить степень повреждения. Я ударилась головой, плечом, нога болит. Не волнуйтесь, все будет хорошо, я уже вызвала для вас скорую помощь. Но если вы получили сильный удар при столкновении, то не сможете сориентироваться, даже если находитесь у собственного дома. И вряд ли сможете объяснить оператору, где вас искать. К счастью, и это за вас делает волшебная коробочка. В ней применена технология спутниковой навигации, которая сообщит сервисный центр координаты вашего местоположения с точностью до метра. Затем Валери найдет по компьютеру ближайшую к вам станцию скорой помощи, что сократит время прибытия. Когда речь идет о жизни и смерти, дорога каждая минута. И врачи скоро это прекрасно понимают. Пострадавшего нужно доставить в больницу в течение часа. Это золотой час. Он решает, остается человек живых или погибнет. Бортовой компьютер передаст также всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и времени ДТП врачам и пожарным, когда они уже в пути, что позволит заранее подготовить необходимое оборудование и просчитать действия. Мы отвезем вас в больницу, не беспокойтесь. Спасибо. Система автоматизированного оповещения ДТП уже доказала свою эффективность, более чем сотни тысяч ДТП, и спасла многие жизни. А нам остается лишь поблагодарить Валерию.